Thank you.
Спасибо большое. Значит, у нас продолжается наша передача, которая называется «Диалоги с гитарой». Сегодня у нас в гостях замечательный, я считаю, что молодой исполнитель, Никита Болдырев. Чуть попозже я по нему скажу, но сначала я хочу сказать большое спасибо клубу Алексея Козлова, во главе с Араиком Акопяном, и компании «Мусторг», которые помогают нам с этой передачей, и вообще то, что она происходит, это благодаря им сегодня происходит. И еще раз большое всем им спасибо за поддержку, значит, я не знаю, искусства или как сказать. Я на каждом концерте своем всегда говорю, вот мы говорим о импортозамещении, сейчас у нас это модная такая тема, но мы занимаемся импортозамещением уже практически на протяжении почти всей своей жизни. Вот, пожалуйста, импортозамещение, прекрасное. Значит, Никита Болдырев, это исполнитель, который закончил наш колледж, который сейчас, ну, называется Гнесинка, а до этого назывался Государственный музыкальный колледж, а до этого Октябрьской революции и так далее. Никита, как это правильно сказать, лауреат или как это, книги рекордов Гиннесса. Это вот, ну как это называется, вот по скоростному выучиванию музыкальных произведений. Как-то правильно я сказал, да? Во-первых, всем привет, всем здрасте. Михаил Арташесович, спасибо большое за приглашение. Спасибо клубу Алексея Козлова. А что касается рекорда, очень простая история. Вообще не книги рекордов Гиннесса точно, просто есть бюро регистрации рекордов, которая регистрирует любые рекорды, то есть прежде чем через него проходит. А дальше они уже раскидывают самые разные книги, в том числе и Гиннесса, Планета. Вот у меня Планета и Россия было две книги. Ну так вот. Что там было-то? Много вещей за короткий период выучил я и мой замечательный педагог, первый мой преподаватель Эдуард Владимирович Айгунян. Он, в общем, этот факт решил зафиксировать, за что, в общем, безусловно, ему спасибо, конечно. Да, он со мной связывался вообще до этого. Да, я знаю, что вы общаетесь и так периодически. Ну, я хочу сказать, Никита тогда был совсем молодой. Сколько тебе? Лет 12 было, да, когда ты вот вошел? Ну, в 14. Нет, 14 все-таки, да. Да, ну, после этого уже в 15 или в 16 он уже ездил с нами. Вот мы в Польшу ездили на фестиваль джазовый, и он там замечательно себя показал. И сейчас, в общем-то, жизнь показала, что человек не просто у нас учился, а он сегодня известный музыкант, который ездит по разным городам России на концерты. Я думаю, не только по России. Ну, в основном по России, иногда и чуть-чуть дальше. Да. Ну, ты просто расскажи немножко о себе, о том, что вот сегодня происходит, и вообще про свою жизнь, которая была после училища. Потому что, как бы, эту часть я знаю хорошо, а вот дальше что было, не очень. Ну, я поступил в академию Маймонида к Николаю Михайловичу Главнет, Царство Небесное, замечательный педагог. Мы дружили с ним, да. Ну, в общем, на самом деле немножко надо отмотать. Самый интересный концепт произошел в училище, потому что я поступал туда, исходя из того, что я никогда не классическую музыку играть вообще не буду. И просто, ну, я ее как-нибудь буду сдавать на экзаменах, но внедряться я совершенно, у меня не было никакого желания. Но примерно на экваторе моего существования в эстрадно-джазовом колледже как-то я не смог не заинтересоваться вообще, что такое, ну, например, джазовая культура. Ну и вообще вся философия альтернативная, классическая, начала вдруг меня очень сильно преследовать. В том смысле, интерес к ней меня стал преследовать. И в итоге, в общем, случилось достаточно рациональное, с одной стороны, явление и очень... ну, что ли, естественно, для меня лично, я в конечном итоге подумал о том, как можно совместить эти две культуры, классическая гитара и всякие импровизационные современные направления, в частности, джазовые и околоджазовые. И все последующие годы после окончания училища, возвращаясь к вашему вопросу, я, в общем, над этим работал. У меня был один репертуар, потом второй, потом третий, и чего только за это время не произошло. Вот если сейчас все перечислять, то я боюсь, мы с вами... Ну, то есть ты как бы исходя из классики, ты такой человек-оркестр получается. Ну, можно так. Ну, вообще, это такая фраза опасная, потому что ее педалируют сейчас и направо-налево. Может быть, не совсем я к оркестровости в звучании стремлюсь. Имеется в виду, ты один играешь на сцене. Да, в этом смысле, да, да. Ну, так можно сказать про Томми Эммануэля, так можно сказать про Джо Пасса, если мы берем, так сказать,
этих вот. Да, да? Не, все правильно. То есть это же сольные гитаристы, прежде всего. Да, да, да. Ну, Джо Пасс, наверное, не только, ну и Томми Мануэль не только, но они известны благодаря тому, что они сольные. В первую очередь, что они сольно умеют играть. Я вот здесь был на концерте Томми Эммануэля в Крокусе. Ага. Меня, честно говоря, поразило, когда вышел человек один на сцену с акустической гитарой, а там сидит 2500 народу. Да. И он за полтора часа умудрился так сделать, что они его просто не отпускали, что в конце концов он просто петь начал. Да, да. И репертуар закончился. Ну, это феноменальный, конечно, гитарист, здесь ничего не скажешь. Да, в этом смысле, короче говоря, это той же типологии репертуар, но только на нейлоне и только там с, ну, с определенным таким географическим положением между стилей, таких как классика, джаз там, и так далее. То есть вот. Ты очень экономный с этой точки зрения, то есть для того, чтобы тебя куда-то пригласить... Конечно. Не нужно ничего делать. Раз и все. Один человек. Это запомните. Это потрясающий, это потрясающий козырь, потому что это очень вот эти, особенно громоздкие коллективы, они обречены на несчастье. Ни с кем делиться не надо. Ни с кем. Вот. У меня бывали периоды, когда надо было с кем-то, но сейчас на данном этапе я сам себе менеджер. И как сейчас с концертами? Вот. Подожди, у тебя есть менеджер, ты сам все делаешь? Ну, у меня много раз были разные менеджеры. Вот по разным причинам все это как быстро заканчивалось. Вот, хотя были и успешные опыты, тоже нельзя не быть благодарным людям за труд. Вот, ну, то есть вот так вот временами. Сейчас я в фазе такого самопродвижения. Вот. Я почему это сказал? Потому что у многих музыкантов менеджерами обычно являются их супруги. А, тогда у меня есть менеджер. Вот. Да. Тогда да. Ну, просто это самый надежный менеджер. Самый, да. Ну, другие могут быть тоже надежными, но просто чем человек из семьи лучше, потому что он понимает комплексно твое. Да. То есть, вот, например, в чем проблема? Если есть, например, менеджер по продвижению тебя, там, твоей школы. Его интересует только школа, потому что он мотивирован этим. А на твою концертную деятельность ему уже абсолютно все равно становится. И твое творчество все равно, ему надо денег заработать. И его понять тоже можно. Когда человек в обратной ситуации находится, ему тоже становится плевать там на твоих учеников с колокольни. Ему главное, чтобы ты концерт дал, он получил процент. И вот эта вот некомплексность взаимодействия, она, конечно, является побочным эффектом. Ну, у нас, к сожалению, видишь, как происходит. У нас вот этот институт агентов, который, скажем, на Западе очень развитый институт агентов, да, у музыкантов, у групп и так. У нас этот институт практически в очень зачаточном состоянии. У нас в этом смысле понимания как агент вот такого рода у нас, по сути, нету. Ты сказал про школу, расскажи немножко про нее. Есть такая школа с очень скромным названием Никиты Болдырева. Вот. Гитарная школа Никиты Болдырева. Существует она достаточно давно. И, кстати, не я придумал это название. Это обратился как раз-таки менеджер. Вот, Рома, тебе привет. Роман Хабаров его зовут. И он сказал, что я сделал школу Дмитрия Андрианова. И давай сделаем твою. Вот. Я сказал, давай. Надо к нему обратиться, чтобы мою тоже сделали. Мне кажется, он сейчас в другой области работает. Он устал от нас, музыкантов. Но возможно, вполне. Вот. Я его понимаю, кстати. Да, это трудный хлеб. Музыканты тяжелый народ. Дело сказать. Даже сама сфера, это не нефть такая уж прям. Вот. Но смысл в том, что я ему даже предлагал, я говорю, а давай сделаем, типа, вот я что-то какие-то названия даже ему вот сказал, давай сделаем такой, типа, бренд. Он говорит, это не работает. Работает только именной, вот, значит, Никита Болдырев, вот твоя аудитория, она к тебе придет, точно. Поэтому мы давай по такой концепции двигаться. Так получилось, школа Никиты Болдырева, это было ровно 5 лет назад. Вот. И надо сказать, что она оказалась, по-моему, из его вот школы, у нее еще была Ивана Доржиева, по-моему, наша все-таки такая самая была мощная. А там ты один работаешь или? Тогда я работал, тогда это вообще фактически была продажа онлайн-курсов. А-а-а. То есть вот чем мы занимались тогда. Вот, потом прошло много времени, все это мы устали друг от друга с Ромой, вот, и так получились просто обстоятельства, сейчас все перечислять не буду, что появилась у меня просто возможность легкая, в общем, организовать небольшую микро, я бы сказал, такую школу уже офлайн. С помещением, со всеми делами. С помещением и с моими, так сказать, младшими коллегами, когда-то учениками, вот, ну и все это дело разрослось, сегодня у нас вообще в штабе 7 преподавателей. Ух ты.
Вот. Ну, просто я помню, вот ты же, Алексей Орочко, знаешь же. Да. Да, вот он же тоже начинал вот таким вот образом, но он долго этим занимался. Ага. У него тоже есть школа, но финансово что-то не сильно пошло. Это вообще финансово, ну, удобная штука или как бы еле-еле? Мне сложно сказать, потому что все зависит много от чего. Насколько... насколько капиталистически правильно все устроено внутри. Откровенно говоря, я брезгую правильно организовывать все, потому что это достаточно циничный подход, потому что это значит, преподаватели твои, дорогие, любимые, в общем, в таком достаточно пониженном, конечно, должно быть положении. Вот. Иначе не получается. Для этого нужны маркетологи, рекламщики и так далее. У нас немножко концепт другой. У нас есть я и моя деятельность, и наша, так сказать, наша аудитория, которая готова к нам прийти, потому что даже не потому, что мы там лучше или не лучше, а потому что мы вот занимаемся именно этим сегментом гитарного искусства, и их это интересует. Вот на этом мы достаточно хорошо держимся. Не еле-еле, но и мы, конечно, никакие не миллионеры, мы вполне обычные люди, занимающиеся любимым делом. То есть обычные миллионеры. Ну, обычные, да. Обычные. Вот. Значит, мы когда заговорили о человеке-оркестре, вот как раз сейчас продемонстрируй, что это такое, когда человек выходит один, работает на сцене. Сейчас пока вот не прямо оркестр, но прозвучит джазовый стандарт «Over the Rainbow», «Somewhere over the Rainbow» в моей уже сольной аранжировке. Ну, для одной гитары сделаны. Thank you.
Браво, замечательно. Спасибо. А, у меня вопрос вот какой. Аранжировки ты делаешь сам все? Всегда, да. Да. Уже так много лет, что даже страшно. Страшно мне должно быть за мои много лет. Тебе еще совсем рано. Я вообще не представляю, каково вам. Я надеюсь, что когда-нибудь представишь. Я тоже, я рассчитываю, да. Это знаешь, говорит, в чем преимущество моего возраста? Я дожил. Да, да, да. Это. Да. Я к чему это спрашиваю? Здесь ты к этим вещам ноты вообще делаешь? К некоторым делал, потом бросил, честно говоря. Но сейчас я очень хочу привести это в порядок. Я к чему, чтобы сделать не учебник, а как бы... Ну, сборник, да. Сборник, да, такой вот. Импортозамещение. Чем мы хуже Джо Пассо? Ну, нет, они есть, они даже продаются. Ну, вот эти ноты есть? Ну, вот эти нет точно. Это не такая уж главная аранжировка. Там у меня такие самые известные. Они переведены, конечно. А, в ноты переведены. Да. И есть даже такие, которые купили так много людей. Я все жду, где бы это послушать. Вот, но что-то... Особо не слышу. Нет, вообще, в принципе, надо признать, что какое-то вот признание именно такое вот творческого материала, что ли, да, оно постепенно происходит. Особенно вот среди молодых музыкантов многие играют мои аранжировки, в том числе и такие сложные. Вот, и постепенно это происходит. У меня не было никогда такой цели. Мне важно, чтобы я сам сыграл это. Вот, но постепенно происходит. И сейчас, кстати, будет замечательный проект. Не могу не анонсировать. Аркадий Резник, фантастический совершенно гитарист в области классической гитары. Преподаватель, кстати, Академии Манимонида. Вот у него будет целый концерт 22 мая, который будет... Все отделение второе будет полностью состоять из моих аранжировок, которые я эксклюзивно сделал для Аркадия. Вот что для меня большая честь. Так, ну, что классических. Вот такой вот. Для классической гитары, но только... джазовых стандартов. Джазовых там All of Me, там всякие вот такие вот. Вот. Но они достаточно стандартные, такая была задача. Я там ничего не изобретал, какого-то особенного. Но сам факт, вот что классические гитаристы это играют. И, в общем, он... Сам проект достаточно должен быть интересным. Я сам его жду. Вот смотри, вот ты уже достаточно долго преподаешь. Вот дай несколько советов молодым ребятам, которые берутся за гитару. Вот, что бы им поделать, как заниматься, сколько заниматься, если что. Ну вот как бы ты сопоткрыл, к тебе приходит молодой человек, который ходит, или молодая девушка. Сейчас, кстати, очень много девушек, играющих на гитаре. Просто поразительное количество, я удивился. Ага. Вот. Что им посоветуешь, как человек, у которого уже есть большой опыт игры в концертных площадках, большой опыт и так далее, и так далее? Ну, если какие-то такие абстрактные вещи, которые универсальные, скажем так, да, вот, что, регулярно заниматься и слушать... Сколько плюс-минус? С годами я стал приходить к выводу, что... Очень много тоже не надо заниматься. Это дарит такую зависимость от большого количества часов, а ее не, ну, всю жизнь не протащишь. Вот лучше выработать модель, скажем, вот пускай это будет 4 часа, но это не очень много. Ну то да, это нормально. Это так средненько. Пускай будет 4 часа, но они будут какие-то такие вот качественные. Вот среди моих самых таких продвинутых учеников, в общем, я спрашиваю, сколько вы занимаетесь? Вот примерно эта цифра, не 7. Вот. И это что касается количественно. А вообще, самое главное, мне кажется, что нужно понимать, причем, чем раньше это понимание приходит, тем лучше. Я имею в виду тех, кто в музыку потом, ну, собираются существовать в музыке как в профессии. Это понять, какая ниша будет твоя. Это самая сложная и самая такая творческая задача. И вот мне кажется, об этом нужно все время думать. Потому что, безусловно, наша индустрия предлагает решение, как мы можем просто заниматься преподаванием, на самом деле достаточно безбедно существовать, если только этим заниматься, вот и так далее. Есть там корпоративная сфера, да, я имею в виду выступления на корпоративах. Кавера и так далее, да, кавера, ну, в общем, это на самом деле абсолютно достойная и, между прочим, конкурентная очень сфера. Вот, но в ней тоже можно. Но, конечно, наверняка, если вы идете в музыку, у вас была какая-то эксклюзивная причина. Возможно, в ней хранится ответ, какая ниша будет ваша именно в творческом смысле. И в идеале, конечно, чтобы эта творческая реализация была связана еще и напрямую с, так сказать, монетизацией
внутри профессии. Это сложно достижимо, но это можно сделать. То есть, да. Ну, я, например, студентам говорю, что неважно, сколько ты по времени занимаешься, ну, как неважно, ну, 2-3 часа надо. Да. Важно каждый день. Да, не, вот регулярность вот, это да, однозначно. Какая, самое главное, регулярность, потому что, к сожалению, у нас же память оперативная в руках, она не очень большая. Да. Это как в свое время, вот я сегодня перед передачей тебе рассказал, как Ростропович, а не Ростропович, а Рихтер. Рихтер, да. Да, что когда я не занимаюсь 2 дня, я слышу разницу. Когда я не занимаюсь 4 дня, слышит разницу моя жена. Когда я не занимаюсь неделю, слышит разницу зритель. Ну, ну я да. думаю, что это очень правильный подход такой. Вот. Ты вот до ребенка играл какую-то такую штуку с барабанчиками. Вот да. Мне очень интересно вот это послушать. Я как бы понимаю, о чем речь идет, но мне интересно вживую это увидеть. Да. Мне нужно заменить гитару. Я еще... тут можно про гитару, да, рассказывать? Какая Конечно, гитара? Нужно. Значит, какой раз такой небольшой перерывчик, еще раз большое спасибо клубу Козлова и компании «Мусторг» за то, что они помогают нам и нашим замечательным звукорежиссерам. Вот одному и второму. Они тут сидят, их не видно. Вот. И я уже не говорю, что там сидит замечательная девушка за компьютером, которая все это как бы организовывает. В общем, это такое целое получилось мероприятие, когда нас как бы двое на сцене, но с нами целая большая команда. Большое вам всем спасибо. Рассказывай про гитары. Да, эта гитара с таким же нарциссичным названием, как и моя школа. Совсем недавно наша отечественная компания Ньютон запустила линейку, которая называется Космос НБ. НБ — эти инициалы в честь меня. Так получилось, ну, во-первых, я согласился стать артистом этого инструмента, а во-вторых, ну, почему это прям целая линейка? Потому что это, в общем, те же классические гитары, но с КТВМ. Как вы видите, да, то есть здесь есть вырез, что символизирует некоторый такой вот вроде классическая гитара, но с эстрадным уклоном. И вот поэтому такая вот линейка существует. Очень рекомендую поинтересоваться этим инструментом. Он действительно, ну, мне он лично очень понравился, и не только из-за названия. Вот. Но это опять импортозамещение. Вот, пожалуйста, в действии. Да, 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 да. Значит, вот, а прозвучит произведение, которое называется «Берембао», написал его Баден Пауэлл, но он написал, что он написал? Он написал вот такой риф и мелодию, которую очень сложно, честно говоря, переложить, потому что она слишком вокальная, то есть там без слов две ноты фигурируют, и поэтому очень редко можно встретить аранжировки на эту тему, я полагаю, по этой причине, потому что очень такая мелодия, без вокала сложно с ней что-то такое сделать. Я решил сделать даже не такую же аранжировку, а, наверное, такую свою композицию какую-то авторскую на основе как бы вот этого материала. Thank you.
Спасибо. Ну вот и играете после этого вот с ним вместе. Вот как? Зачем? Вот никто ему не нужен, сам по себе. Очень хорошо все получается. Но на самом деле я... ну, вот, может, сегодня это не так будет понятно по определенным причинам, но я больше получаю удовольствие в последнее время от игры с кем-то. Потому что, вы понимаете, знаете, сколько раз я... Я первый раз, кстати, сыграл ровно на этой сцене эту вещь. Была специальная премьера даже для там фингерстайл-фестиваля. Вот. Ну, сколько раз? Это же опупеть можно. А вот когда мы играем с кем-то, там уже ресурсов для того, чтобы это было всегда чуть-чуть разное, намного больше. И я вот всегда радуюсь, вот я сейчас поеду в Архангельск, слава богу, организатор, блистательный гитарист, кстати, Алексей Питалов, если кто не знает, поинтересуйся, он здесь тоже, кстати, как-то доезжал до Москвы. В равной степени и классический гитарист прекрасный, и джазовый, редчайший случай, вот, так что обращаю внимание, вот, слава богу, он, так сказать, ну, любит тоже джемить, и мы обязательно сделаем дуэтный такой отрезок. Это всегда повышает иммунитет концерта просто во много-много раз, потому что, ну, интереснее, когда исполнителю интересно, то, конечно, всегда... Ну, вот такого рода игра подразумевает еще и лупер. В одно время он же у тебя был. Нет, ну, это обязательный атрибут любого концерта моего. Я без него... Это причем ваш лупер. Вот. Ну, не мой, а твой. Ну, я его, да, дернул у вас. Очень достойно звучит гитара, кстати. Очень достойно. Спасибо. Я обязательно расскажу владельцу этого бренда. Ну, честная оценка. Мне кажется, да. Мне кажется, здорово. Я слышу, что очень достойно она звучит. Да, мне тоже кажется. Вот очень многие музыканты, ну... Не знаю, как их назвать, если честно. Значит, они считают, что образование вообще никому не нужно. Это только вредит творчеству, вредит потенциальным, так сказать, творческим потугам. И все это. То есть, вот образование это самое. Я пытаюсь им объяснить, что, ребята, образование здесь вообще ни при чем. Потому что образование это просто систематизация знаний. Ты либо их учишь, потому что ты учишься сам, тебя же не учат, как бы по смыслу. Либо ты эту систему воспринимаешь, и она тебе помогает, либо нет. Ну вот нет, вот скажем, я играю рок, предположим, и мне образование не дает возможности расширить свой кругозор. Скажи, что ты думаешь вообще на эту тему? Та тональность, с которой вы задали этот вопрос, одновременно является и ответом. Вот, потому что я абсолютно солидарен. Я вообще, конечно, может быть, покажусь для кого-то старомодным, но я категорический сторонник образования при понимании того, что эта система, она не может быть заточена под чью-то там индивидуальность. И я уж это вкусил в полной мере, будучи там классическим гитаристом в джазовом училище, а потом, значит, на джазовом отделении я играл на нейлоне тоже. И все это, конечно, вызывало диссонанс вокруг. Потому что есть формат, ну, есть как бы даже не привычка, а есть какие-то требования к тому, каким должен быть эстрадный гитарист, и ты в них вот все время как-то не можешь вписаться. Но все равно, если бы не было бы вот этого образования, я полагаю, я бы себе сегодняшнему 100% проиграл бы, и я в этом убежден. То есть у меня даже не то, что... У меня нет сомнений, скажем так. То же самое касается и классического образования, и вообще любого. А рассуждение про ненужность образования или его там, не знаю, несостоятельность, я тоже их, конечно, слышал, но они исходят от людей, у которых его нету. И это суждение о том, я книгу не читал, но скажу. Вот. Ну, то есть, о чем мы можем говорить? Можно подискутировать. Наверное, найдутся те, у кого есть образование, и они там чем-то недовольны. Да, если так... Ну, можно обсудить. Да, есть, вот, например, человек там учился, а в результате там торговец в магазине. Ну, так я всегда рассказываю, ребята, а при чем здесь образование? В зеркало посмотрите. Да. Проблема там в зеркале находится, а не где-нибудь еще. Потому что, смотри, вот есть еще такая штука, вот я всегда говорю, что YouTube это одновременно и добро, и зло. Это как вот нож. Можно резать хлеб, а можно там кого-нибудь прибить. Да? То есть, с точки зрения информации, конечно, YouTube очень хорошая штука, очень нужная и важная. Если бы в моей молодости это было бы, я был бы счастлив.
Но с точки зрения вреда там тоже очень много всего есть, именно потому что, по сути, там, ну, там только сама цензура может быть, больше ничего другого там, по сути, не существует. Я к чему это говорю? Потому что я вообще на это никогда не обращал внимания, вот, ну, от слова никогда, у меня ни на время на это не было, ни интересно это было, ни интересно никакого. Мне мои, значит, ученики принесли видео одного из вот этих вот ребят, которые преподают и, значит, шарятся в этом в Ютубе. Не буду называть кто, чтобы лишний раз не рекламировать, но там человек с большим апломбом, значит, говорит, что все эти люди играть не умеют, причем называет, скажем, ну, меня-то ладно, бог с ним, я играть не умею. Но, скажем, есть Игорь Бойко, который прекрасный музыкант, который переиграл с кучей звезд. Есть, я не знаю, Слэш, я не знаю, Гатри Гован и так далее. И вот этих всех людей огульно просто, они говорят, что играть они не умеют, ничего не умеют, они не умеют высекать. Меня это, честно говоря, поразило, потому что, ну, как сказать, человек, который практически не сдал, не сыграл ни одного живого концерта, ну, вот эти люди, они же не играют живых концертов, практически никто. Ну, этот не играет точно. Ну, нет, то есть у него не получается. Не играют. Никто из них, по сути, не играет. Значит, они не выпустили ни одного студента. То есть ничего не сделали, просто сидя на той стороне экрана, причем в другой стороне, даже не в нашей, начинают, значит, всех хаять, всем говорить, что... Мне единственное, что понравилось во всей этой истории, когда сказали, что так как, ну, я очень раскрученный педагог, я об этом не знал, честно говоря, и у меня гонорар 8 тысяч рублей, у меня, ребята, честное слово, вот глаза на лоб полезли, я понял, сколько я денег потерял за эти годы. Я к чему это говорю, вот... Расскажи, пожалуйста, вот, я на это не обратил бы внимания, потому что как много лет не обращал. Но когда я специально взял, посмотрел несколько передач, во-первых, чудовищная, просто невообразимая неграмотность в музыке, абсолютная. То есть смотришь эти передачи, там идет, скажем, разговор, вот этот высек, а этот не высек. Тут высекают, а тут не высекают. Ребята, о музыке кто-нибудь поговорит? Что-нибудь путное скажет по этому поводу? Скажем, есть, предположим, школа Дмитрия Андрианова, вот твоя школа, там говорится о музыке, там преподается именно. То есть это профессиональные музыкальные заведения в Ютубе. И таких тоже много. Да? А тут просто вот этот не умеет. Вот я полагаю, что, ну, я думаю, многие понимают сейчас, про кого мы говорим. Таких не один и не двое. Таких не один, есть там, да, еще молочная продукция всякая, вот. Но вот если мы вернемся все-таки, вот про что мы сейчас разговариваем, берется один какое-то одно тонкое измерение, и замочная скважина, и через нее человек смотрит на мир. Это все равно, как, ну, представим себе Демосфена и Цицерона, значит, какой-нибудь критик, греческий или римский, то будет говорить, а вот он не выговаривает там вот букву там какую-нибудь. Демосфен, пожалуй, даже неправильный пример. Какого-нибудь философа, про Сократа кто-нибудь начнет говорить, а он там букву какую-нибудь не выговаривает, букву «Р» не выговаривает. Ну, что вообще, что с этим? Это же смешно вообще, о чем будем обсуждать? То, что он говорит, я не понимаю вообще и знать не хочу. Вот, какой у него интеллект, какая у него там речь, но «Р» не выговаривает. Вот примерно этим занимаются YouTube-блогеры, связанные с электрогитарой. К сожалению, там атмосфера очень неприятная. Я, в общем, стараюсь за версту обходить. Есть в акустической гитаре, кстати сказать, люди, которые занимаются, по сути, тем же самым, но выбирая выражение, без какого-то там, значит, без оскорблений, и со строгой такой аналитикой, комплексной, и по технической части вопроса, и по музыкальной, и даже по тому, как человек там занимается самым продвижением. То есть это вот такая вот, это мой друг, товарищ Даня Щербаков, и самое главное, у него есть... Нет, это музыкальный критик, это другое дело. Это даже не критик, он гитарист, виртуоз, ну, потрясающий. Неважно, и у него есть все права, он компетентен, он знает, о чем он говорит. Вот, пожалуйста, пример, как можно
порассуждать о том, что хорошо, что плохо, и это не отвратительно. Вот. А то, что вот вы говорите, да. Я, кстати, хотел процитировать один урок, я не могу, вот вы меня поймете. Один урок от гитариста номер один, там, и преподавателя номер один, который ненавидит Слэша, как вы сказали, да, еще какого-то человека, там, я забыл. Он, по-моему, всех он ненавидит. Значит, вот, смотрите, Михаил Арташесович, я вот сейчас научу надстройкам. Вот, значит, тут вот есть до-мажор. Да. Вот мы можем сделать из него нон-аккорд. Вот это, оказывается, нон-аккорд. Можем дальше идет, что по счету. Так, там плюс 11-я ступень. Вот так вот. Это без терции у нас получается такой аккорд, да? Ни септима нет, ни терции. И самое классное, вот этот аккорд, как говорит автор, значит, он такой страшный, мне он не нравится. Это, короче, С плюс 5. И он берет его вот так. То есть у него пятая и пятая повышенная. То есть не вот так, прекрасный аккорд. Вот. Это понимает достаточно тонкий слой его аудитории, поэтому это так и проходит. Хотя, между прочим, там что-то под миллион просмотров у этого ролика, то есть это какая-то дезинформация, да, что вот, оказывается, надстройки так делаются. Ну вот это, если бы я увидел вот этот вред, поэтому я к этому стал так относиться. Да, это прям, ну, это очень безграмотно, это в музыкальных школах должно проходиться по-хорошему. И, конечно, критиковать значимых людей и в нашей системе образования, и на нашей сцене, и тем более там каких-то там... Не тем более, в равной степени каких-то западных звезд, которые, конечно, закономерно являются. Частично сделай то, что эти люди сделали, а потом начни кого-то чего-то. Тут я почему говорю, потому что, скажем, твоего же педагога обхаяли очень нехорошо. Я знаю, да. Да, и меня это, честно говоря, ужаснуло, вот буквально. Причем человек, который его обхаял, играть не умеет сам. От слова совсем. Да. Совсем. Ни быстро, ни медленно, ни чисто, ни грязно, никак не умеет. Хотя закончил, скажем, высшее учебное заведение и очень просил, чтобы я ему подписал лицензию, что я и сделал, собственно говоря. А, да, но, к сожалению, да, вот эта история с моим официальным преподавателем, да, она очень некрасивая была. И самое главное, что она была синхронна у двух вот человек, блогеров, очень одинаково неприятно. И ну, как так можно? Я очень лично это воспринял. Сейчас вот Юра Майлян, да. Потрясающий роковый гитарист, то же самое, вот про него там я не знаю что. Как так можно вообще? Что, ужас какой-то. В общем, я объявляю крестовый поход на эту тему, потому что я на каждой передаче и вообще везде, где я хоть как-то буду выглядеть, выходить на эту сцену, я эту тему буду поднимать, потому что для меня это в первую очередь жуткий вред образованию вообще детям, потому что, скажем, ребята, которым там по 12 лет, которые любят металл, и я понимаю почему, у меня тоже приходят ребята, которые любят металл. Потому что агрессивная музыка, мощная, быстрая, все там есть, да. И вот этих ребят совершенно неправильно ориентируют с точки зрения музыки, они просто, ну как, они не вырастают как музыканты, они просто высекают. Ужас. Ладно. И вы знаете, я, наверное, одну положительную историю скажу, что вот я лично, глядя на вот это все безобразие, я стал намного жестче относиться к собственным высказываниям с точки зрения профессиональной этики. Вот, потому что на самом деле немножко бывает у любого, наверное, человека, что как-то заносит, говоришь про коллегу, да вот, а он, у него там недостаток, и вот ты не скрываешь. Вот я какой-то сразу, посмотрев, как это утрированно выглядит со стороны, я такую для себя границу установил, чего делать точно вообще никогда нельзя. Вот, а вред, да, конечно, очень обидно, ну, так неприятно, когда приходят молодые гитаристы, и они этими терминами уже общаются. Верно. Может быть, термины-то не такие уж и глупые, но просто их происхождение и через какую призму они пропущены, через какое одномерное пространство, это, конечно, пугает и страшно за,
Ну вот я как, просто как статистику сейчас скажу, потому что это можно взять на вооружение, кстати, с этой точки зрения. Скажем, меня когда спрашивают, как ты относишься к этому гитаристу, к этому, у меня есть мнение свое личное, вот к этому такое мнение, к этому такое, кому-то лучше, кому-то хуже. Но потом я ребятам объясняю, ребята, есть простая статистика, я могу как угодно к ним относиться, но я их уважаю в любом случае, потому что... Как сейчас выясняется по статистике, каждый четвертый или пятый человек в мире играет на гитаре. Вот я тоже не знал об этом. Значит, давайте упростим ситуацию не 7 миллиардов, а 6. Ага. Значит, 6 миллиардов человек, если разделить по этой категории, там, получится миллиард. Теперь вопрос, сколько вы знаете известных гитаристов? Будем считать, что 1000, хотя это невозможно, но будем считать, что 1000. Теперь этот миллиард разделите на 1000. Это получится 100 миллионов на одного. Вот этот человек, о котором мы знаем и слышали, он один из 100 миллионов. Как можно к нему относиться, я не знаю. Я могу сказать, значит, Фрэнка Гамбали я спросил по поводу Алдо Миолы, гитариста. Потрясающего музыканта, но которого не очень любят из-за характера. В Лос-Анджелесе его не любят. Я когда его спросил, как ты к нему относишься, он потрясающе ответил, а как я могу относиться к человеку, которого весь мир узнал в 17 лет? Еще из Чикории. Да, ну да, вот понимаешь. В ансамбле. То есть вот как-то вот так должно быть. И, кстати, в чем разница между вот этими блок-гитаристами и, предположим, Гатри Гованом, знаешь? Ну, там это одна сплошная разница. Нет, вот. Нет, одна разница, очень так. Важная. Какая? Они его знают, а он их нет. Вот. Хорошо, значит, эту тему мы как бы оставим. Давай тогда еще сыграем одну пьесу. Ага. Thank you.
Ну что, спасибо большое, друзья, за то, что вы пришли нас поддержать. Еще раз большое спасибо клубу Козлова и компании «Мусторг» и нашей замечательной команде, которая сегодня с нами была. Я думаю, что мы еще будем сотрудничать. Спасибо Никите Булыру, который нашел в своем расписании время и пришел помузицировать и поговорить о музыке. До новых встреч! Спасибо всем!